Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике я расскажу, как сделать вот такую вот крутую превьюшку. Она на вашем экране. Вот. Ну а мы начинаем сам видеоролик. Итак, переходим в Photoshop. Сразу же все это делаем. Я начал все это с фона, как бы. Дальше карту градиента, все такое. Вот, потом раскидываю персонажа, все прочие объекты, детали будут сейчас. Но все же перед этим нужно сделать текст. Как бы текст — такая необходимая часть вашей превьюшки. Вот. Так, я установил заранее шрифты, которые мне нужны. Так, вот, плюс-минус до такого состояния все это дело. Теперь растягиваем. Дальше. Что мы делаем дальше? Мы устанавливаем еще шрифты, которые нам нужны. Если что, если будут какие-то вопросы, опять же, пишите в комментариях, потому что тут такой ускоренный формат, как бы я сам не успеваю озвучивать, и вам, наверное, немножко что-то непонятно. Я вам постараюсь объяснить в комментариях, что к чему. То есть тут я делаю формочку для текста, вот такую вот. Все это дело, опять же, обрабатываю, как мне нужно. Все исходники будут по ссылочке в описании, вы сможете перейти, посмотреть, как я это сделал. То есть скачаете, откроете PSD-шку, и если вам конкретно туториал по тексту нужен, как бы смотрите параллельный видеоролик и параллельно рассматривайте текст. Вот, как бы сразу вы все это дело поймете очень быстро. Так, трудностей тут никаких нету. Также давайте не забывать про лайки и комментарии, они сейчас как-никак важны для моего канала. Вот, надеюсь, в этом плане вы мне, конечно же, поможете. Так, дальше делаем настройку вот второй плашки и третью обрабатываем. Так, плюс-минус как-то вот так вот, не знаю, пока смотрится не очень красиво, конечно, но мы сейчас все это дело будем подправлять. Так вот, согласитесь, уже вот такими манипуляциями простыми, простейшими, можно сделать очень красивый текст. Этот текст несложный, но еще бы шрифты некоторые взять поинтереснее, можно разнообразить даже все это дело. Вот. Такой текст получился, как бы уже готовый текст. И дальше по стандарту раскидываем второстепенные объекты, как я и говорил до этого. Вот. И сейчас начнем все это обрабатывать. С обработкой все очень просто, как бы сложностей никаких нету. Все на вашем экране, вы все, в принципе, прекрасно видите, как это делается. Так. Угу. Все пока окей идет. Дальше добавляем такие вот партиклы различного рода. Карту градиента сразу на них цепляем, чтобы получить вот такой вот идеальнейший результат. Плюс-минус вот до такого состояния я дыма оставлю. Ну, то есть дымом я как правило, не рекомендую слишком много увлекаться, потому что это такая штука, которая нужна в меру. То есть в меру вы, если его не добавите, вы можете перенасытить дымом всю вашу картинку, и она будет смотреться не так красиво, как если бы вы делали в меру. Вот. Дальше я прорисовываю контурный свет. Контурный свет я прорисовываю достаточно быстро. Тут я с ним особо не парюсь, я не пытаюсь сделать как-то максимально красиво его. То есть делаю, как умею. Вот. Контурный свет я прорисовал, дальше инструментом пальца пытаюсь довести все до нормального состояния. Вот вы все это дело видите. Так, дальше я высветляю какие-то моменты, которые мне необходимо высветлить. Ну и контурный цвет получился вот так вот красиво. Как бы, если вам что-то не понравилось, то, не знаю, тут в принципе все идеально сделано, если честно. Так, давайте-ка тоже все это дело сейчас улучшим. С дымом надо взять карты градиента дыма, то так, но не очень красиво получается. Обычно цветом делать, но с картой градиента будет намного-намного лучше все это дело выглядеть. Вот так вот. Теперь, что теперь нужно сделать? Ага, теперь нам необходимо разукрасить наши второстепенные материалы. То есть синим и желтым цветом я это уже сделал. Дальше где-то сейчас размоем, затемним, подправим какие-то мелкие косички, расставим наши вот такие вот блики.
и добьемся наилучшего результата. Вот как-то так пока получается. Уже видеоролик, если честно, подходит к концу. Я не знаю, вам вообще понравился или нет. Поняли вы что-то или нет, опять же. Если какие-то вопросы будут, пишите в комментариях. Ну, на этом как бы я уже буду заканчивать сам видеоролик. Вы тут можете оставшиеся моменты досмотреть. Ну, спасибо каждому вообще, кто смотрел видеоролик до самого конца. С вами был ProGamer. Всем до новых встреч. Увидимся в следующих видеороликах. Всем пока.